Сергей Миняйло провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба, обсудили защищенность мест массового пребывания людей, объектов торговли и розничных рынков, в частности, в период предстоящих праздников. Во Владикавказе 16 мест массового пребывания людей, их уже обследовали, а в прошлом году все объекты дважды проверила межведомственная комиссия. Для устранения недостатков дополнительно установили 50 камер видеонаблюдения и стационарные металлодетекторы. А в Правобережном районе 5 таких мест. По программе создания и развития АПК «Безопасный город» в этом году выделят деньги на установку камер видеонаблюдения на опасных участках дорог и наиболее крупных объектах. По словам министра внутренних дел Андрея Сергеева, личный состав подразделений ведомства переведут на усиленный вариант несения службы. Сергей Миняйло напомнил главам муниципальных образований о необходимости каждого на своем уровне вести работу по выявлению недостатков и обеспечению антитеррористической защищенности объектов на веренных территориях.